нашего дорогого коллеги, преподавателя детской музыкальной школы имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан и Российской Федерации Владимира Владиславовича Пашинского. Вот уже год, как от нас ушел этот замечательный человек, прекрасный педагог, редкий музыкант, человек необъятного сердца и мудрых наставник. Нам хотелось бы вспомнить о нем все то, что хранят в своей памяти и в своем сердце его настоящие и будущие ученики, коллеги, друзья, а также родные. Слово предоставляется заместителю директора по учебно-методической работе Московской объединенной городской школы искусств Кускова Ирине Андреевне Городничевой. Добрый вечер, уважаемые гости. Очень приятно видеть в своем зале истинных поклонников творчества Владимира Владиславовича. Я не буду долго занимать время, но хочется сказать, что для школы, где Владимир Владиславович работал в последние годы, это было огромной честью, что такой человек был среди нас. Это очень яркий музыкант. Это очень интересный, очень неординарный педагог. И он оставил очень яркий след в истории нашей школы. И я думаю, что доказательством этого будут как раз-таки ученики, которых мы сегодня услышим. И низкий поклон скандалирует за то, что сегодня этот вечер состоялся. И низкий поклон Владимиру Владиславовичу за то, что он был среди нас. Спасибо ему огромное.
Украины. Исполняет Владимир Ступников. Thank you.
Thank you.
шестого международного конкурса баянистов-аккордеонистов в городе Лингенталь, Германия, победитель гран-при мэра города Москвы 2019 года Егор Кирилюк. Перекликание птиц, черников, импровизация на тему песни «Одинокая гармонь». Thank you.
Ну, да, вот башкирский элегия «Фатима», Виктор Гридин, «Утушка Луговая». Исполняйте хлама 55-го международного конкурса пианистов и аккордеонистов в городе Клингенталь, Германия, лауреат международных и всероссийских конкурсов Павел Каниссин.
Станиславовичем. Он был опытным педагогом и наставником, не жалел сил, энергии и тепла для своих учеников. Многие из них продолжили свое обучение в среднеспециальных и высших музыкальных учебных заведениях. На сцену приглашается лауреат международных конкурсов Александр Шверов. Прозвучат произведения Владимира Черникова «По Мурманской дорожке» и «Отрада». Thank you.
Слово предоставляется Артуру Адашину. Добрый вечер. Сегодня мне предоставлена ответственная роль выражения слов памяти и глубокого уважения от профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного артиста России Александра Ивановича Дмитриева. В следующей строке Александру Ивановичу трудно говорить без слез, поэтому эту задачу он передал мне. С Владимиром Владиславовичем мы познакомились после моего первого сольного концерта, который случился в Уфе. Знакомство и краткое общение переросло в крепкую дружбу. Письма, встречи, телефонные звонки. Взаимный восторг от услышанного и увиденного, прочитанного. Это было всегда, как солидарный разговор со своим вторым «я». Глубокий, нежный, искренний музыкант, наделенный невероятными человеческими качествами. Кто-то сказал, незаменимых людей нет. Еще как есть, опустела без тебя земля. Мы будем помнить тебя вечно, наш дорогой Володя. Владимир Черников, обработка русской народной песни «Эй, кухня». Виктор Власов, баса «Осина». Испания, лауреат международных конкурсов Дмитриев Виталий.
Слово предоставляется Виктору Владиславовичу Пашинскому, брату Владимира Владиславовича. Добрый вечер, дорогие друзья. Я не знаю, я стараюсь ненадолго отвлечь от прекрасной музыки исполнительского искусства. Даже говорить, честно говоря, сложно после таких потрясающих выступлений. Что я могу сказать? Трудно переоценить роль Володи в моей жизни. Он, наверное, одно из самых главных значений вообще в моей жизни. Я не успел родиться, как услышал баян в своих ушах. Он всегда говорил, я, говорит, привез тебя из роддома с отцом. Вот, и ответственен за тебя. И буду так вот всю жизнь с тобой рядом тебя вести по жизни. После этого он меня отвел в первый класс. Родители в это время работали, не могли, и ему пришлось меня отвезти вместе с дядями и тетями, со своими малышами. Пришел Вовочка, он в седьмой класс пошел, а меня повез в первый и очень внимательно смотрел, кто будет рядом со мной сидеть, кто будет преподавать и так далее. Затем, после этого, мы и в одном институте учились, он на пятом курсе, я на первом, на театральном факультете. Вот. А потом в один день вообще нас призвали в армию. И так мы как-то вот все время параллельно, и Володя постоянно следил за моим, за моей жизнью, за моим творчеством. Вот. А он был очень веселый человек, хочу вам сказать. Он любил повторять такую шуточку. У отца было три сына. Один старший, один умный был детина, средний был и так и сяк у нас, второй брат Саша. Ну а младший был. И так со смехом, так он с иронией к нам относился и к Саше, ко мне. Очень весело проводили время в нашей семье очень. Мы были окружены любовью своих родителей, жили в радости, в любви. И сопровождал нас Вовин талант. Он был с самого раннего детства уже очень ярким, способным, талантливым мальчиком. Он рос. Он был не только музыкальный, но и очень хорошо рисовал. Он в 9 лет уже рисовал портреты карандашом, ну, на уровне профессионального художника. Это просто удивительно. И приходили наши родственники, дяди, тети, садились, и Володя их рисовал. Очень хорошо рисовал. Ну, а я был, как всегда, у него самым главным натурщиком. Я с 3-4 лет уже сидел, как вкопанный на стульчике, и он меня рисовал, слезы у меня текли, я не мог пошевелиться, потому что Вова очень строгий. Вот. И он ругал меня сильно, если я отворачивался или засыпал. Потом Вова был первым моим учителем во всем. И тоже рисовал, и также я очень хотел быть музыкантом. И мама сказала, Вова тебя научит. Он провел со мной несколько занятий. Но, к сожалению, у него не хватило нервов, а у меня не хватило усидчивости. Я не стал музыкантом, я стал актером. Вот. И что я хотел сейчас сказать? Мне так тяжело, извините. Я безумно благодарен Светлане Леонидовне, всем музыкантам, ученикам. Хотя, кстати, от твоей шутки не получилось.
за этот вечер потрясающий. Вечер памяти Володи. И я считаю, что эта музыка, эти добрые слова, считаю, как и гимном нашей маме, Марии Ивановне. Она нам подарила не только жизнь, она нам дала свою любовь и передала нам свою любовь безмерную, бесконечную, к искусству. Только благодаря ей мы все оказались вот в этой сфере искусства и отдали этому жизнь. Володя, там яркий пример. Спасибо.
хотелось бы сказать об удивительном и самом близком человеке Владимира Владиславовича, о его жене Светлане Леонидовне Пашинской. Она всегда была рядом, была для него настоящей опорой, делившись с ним все радости и невзгоды этой жизни, и в самые счастливые, и в самые трудные часы. Она была не только его супругой, будучи профессионалом высочайшего класса, Светлана Леонидовна была для него истинной единомышленницей в непростом педагогическом труде. И благодаря ей сегодня состоялся этот вечер. Светлана Леонидовна, вам слово. Любил безумно родителей своих, какой-то даже болезненной любовью, своих братьев. Вообще всех он любил. Он был очень добрый человек, и всех любил, всем как-то пытался какое-то свое внимание, поддержку оказать. Удивительный был человек. Но говорить можно много, я не буду говорить. Все прошло. Остается только память. И вот эта память у нас вот сегодня, впервые после ухода, мы так собрались, и музыканты, и близкие, поговорить, послушать такую прекрасную музыку, которой был предан от начала до конца. Для него ничего другого не было в жизни более интересного. Хотя он был необыкновенно разносторонне одаренным человеком, но, что сказать, музыка заняла все его место в его творчестве, в его жизни. Это все знают, это все почетки. Поэтому я хочу закончить и сказать слова благодарности, что администрация школы нам дала возможность провести этот вечер. Отдельно сказать спасибо дорогой Ирине Андреевне, заместителю генерального директора нашего, которая самое активное участие принимала. Вячеславу Анчаревичу, который работал столько лет, с самого начала до конца, с Владимиром Владиславовичем на отделе и заведовал этим отделом. Сегодня Ксении Янкиной, которая любезно согласилась вести наш вечер сегодня. Я благодарна Александру Ивановичу Дмитрию, который нашел тоже возможность приехать, показать своих учеников со своим сыном. Благодарна Владимиру Васильевичу Грачеву, который ушел уже на другой концерт. Всем ученикам, которые участвовали сегодня, Владимир Владиславович, я всем вам благодарна. Тем, которые стали уже мастерами и нашли свою творческую дорогу, я бы сказала. И те, которые еще юные, только начинают подбираться к этому и нащупывать свои пути. Вот, всем очень благодарна. Всем, кто пришел, всем, кто с нами здесь сегодня, огромное вам спасибо. Остается вам пожелать всем успехов всяческих, и творческих, и жизненных, и всяческих, и здоровья в нашем простое время. Спасибо. На этом вечер, посвященный памяти Владимира Владиславовича Пашинского, подошел к концу. Всех нас объединяет память о коллеге, педагоге и очень дорогом
пришел на этот вечер. Кто помнит и любит Владимира Владиславовича, берегите свои семьи, дорожите каждой минутой, проведенной в кругу родных и близких. Всего вам доброго!